Более 300 организаций из 15 стран примут участие в Белорусском энергетическом и экологическом форуме, который пройдет на следующей неделе в Минске. Будут рассмотрены цели устойчивого развития в энергетике, экологии, энергоэффективности, перспективы развития ядерной энергетики. Представители компании также обсудят технологии интернета вещей в энергетике, умную энергетику для промышленных производств, жилых зданий и городов. В рамках форума пройдет несколько международных специализированных выставок. Программу деятельности обновленного правительства заслушают депутаты на осенней сессии. Проект документа поступит в парламент не позднее 18 октября. Принципиальный вопрос – соответствие целям, задачам и приоритетам программы социально-экономического развития Беларуси. Основной упор на повышение эффективности и конкурентоспособности государственного сектора экономики. В первую очередь это касается цифровой трансформации, развития малого и среднего бизнеса, а также сферы услуг. Завтра депутаты рассмотрит вопрос о даче согласия президенту на назначение Сергея Румаса премьер-министром. Ансамбль «Беседа» проводит последние репетиции концерту, посвященному Дню Матери. 14 октября заслуженный коллектив выступит в Большом зале Дворца Республики. От коллектива Белтелерадиокомпании в рамках двухчасового шоу зрители услышат сразу несколько премьер. Сейчас ансамбль работает над сведением новых песен. Кроме них, зрители услышат и полюбившиеся хиты.